ребята, с вами Милашка, и наконец-то разработчики Токабока подали первые признаки жизни. Это пока что еще маленькие росточки, но глядишь, и к концу года они разрастутся в обновление. Ну что, в общем, разработчики нам показали на своем YouTube-канале в шотсах вот таких вот крампетов, то есть которых мы уже, конечно, видели, но они рассказали нам их историю, их хобби, их имена мы наконец-то узнали, и то есть описание такое о них. Это у нас такая вот строительская команда будет сегодня, тут, в общем, строители они все, видимо. И давайте начнем с первого крампета, его зовут Стики Пет. Я, конечно, не англичанин, я точно не знаю, как все это читается, поэтому, ну, просто... Сами, если вы знаете как английский, то прочитайте. А я пока что вам переведу текст. Я, конечно, переводила все через переводчик, поэтому, возможно, там все неправильно. Ну, посмотрим. Ну что, это мечтатель. Навыки вдохновляет всех, делает эпические доски настроения. Что значит доски настроения, пока что никому не известно. Возможно, он делает какую-то доску, где там... Типа он разрисовывает все это, видите, у него такой баллончик рядом с ним. Просто для хорошего настроения разрисовывает доски. Ну, возможно, как-то так. Любит древесных лягушек. Тайный талант, играет на сопрано-саксофоне в экспериментальной джазовой группе. Вот такой вот у нас интересный вот крампет. Он у нас творческая личность, рисует там и играет на саксофоне. Очень интересно. Ну что, давайте перейдем к следующему крампету. И это препет. Я не знаю, как правильно это читается. Я прочитала, как будто что-то французское какое-то блюдо, но... Ну, как-то я даже не знаю, как это правильно сказать, потому что я знаю, что в английском нет такой буквы R. Но я не знаю, как это правильно сказать, поэтому, ну, вот, тут написано. Ну, что переведу сразу, что у него написано тут. Родитель. Я не знаю даже, что имелось в виду под этим словом родитель, потому что... Ну, так вот не перевело. В общем, родители группы. Навыки. Поддерживает всех и всегда принимает ответственные решения. Любит находить новые рецепты печенья, а секретный талант может сесть на шпагат. Вот такой вот у него талант секретный. Ну, достаточно интересный крампет. Он, по всей видимости, очень добрый, хороший крампет, в общем. Ну, вот так как-то. Следующий у нас Зинпет или же Зинипет. Я не знаю, как правильно, опять же. Такая вот, хорошо учу английский. Как будто мопед, знаете, у него такое имя интересное. Это у нас менеджер проекта. Навыки держит всех в курсе. Единственный, у кого есть календарь. Любит доводить дело до конца. Секретный талант исполнения устной поэзии. В общем, поэт у нас вот такой вот. Чё, классный. Было бы интересно почитать его стихи. Возможно, когда-нибудь разработчики Токабока дойдут и до такого, что будут нам показывать рисунки крампетов и стихи крампетов. Ну, это было бы интересно, тоже думаю. Дальше у нас Касипет. Он в виде домика у нас вот такой вот интересненький. Он чувствительный, навыки, всегда знает все детали и имеет запасной план. Любит ароматические свечи и скраббукинг. Секретный талант – помнить день рождения каждого. У него, видимо, хорошая память, в отличие от меня, потому что я не помню дни рождения всех своих родственников и друзей, а он вот помнит у всех день рождения. Ну что, молодец, чё? И последний у нас крампет, ну, на сегодняшнее видео. Это глумпет. То есть, когда переводишь это в русский, это как будто от слова глупый, немножко глумпет, да? Вот, ну, как по-английски это, возможно, тоже на что-то намекает, но не знаю. То есть, у него описание дурачок. Интересно, да, сразу так начинается. Навыки. Приносит неправильные инструменты в неподходящее время, но каким-то образом создает что-то волшебное. Любит розовые напитки. Тайный талант, имеет юридическое образование. Вот такой вот у нас. То ли он прикидывается дурачком, то ли чего, потому что как может, ну, такой вот крампет иметь юридическое образование. Очень интересный, интересный, конечно, такой крампет. Надеюсь, что нам когда-нибудь про него побольше расскажут. Тут он такой тайная личность, по всей видимости. Ну чё, тоже классный, забавный крампет. В общем, мне все понравились, они все очень классные. Напишите в комментариях, какой крампет вам больше всего понравился. Ну, а на сегодня, я думаю, это все. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой YouTube и Яндекс.Дзен. И ВК. Всем пока-пока!